Скотт из Англии спрашивает, в чем разница с желаниями товарищей или с собственными желаниями? Он к народу выходит или нет, Скотт этот? То, что он постоянный ученик, я знаю. Ну и что, на этом все заканчивается? Если да, так я не смогу ему объяснить. Это надо прочувствовать на своей шкуре. Я не могу просто так. В чем разница между такой работой или этакой? В чем разница между мясом, например, лягушки и мясом змеи? Ты знаешь? Нет. Почему? Потому что не пробовал ни того, ни другого. Ну да как я тебе могу сказать? Невозможно. Просто не знаю. Съезди куда-нибудь в Корею и попробуй все это. Тогда тебе скажут. Тот, кто пробовал, знает.